Всем привет! Приехали на рыбалочку, на такое лесное озеро. Попробуем здесь порыбачить и поймать карасика. Вот такое, друзья, здесь лесное озеро и вот лесная дорога. Затоплена идет. И попробуем здесь порыбачить. Что-нибудь словить, какие-нибудь карасей поймать. Будем рыбачить на червячка. Все, погнали. Погода у нас теплая. На улице, наверное, плюс 20-22 градуса тепла. Рыбка уже активизировалась. Карасик должен клевать. Закинемся и будем таскать рыбеху. Погнали. Удочка у нас 4-метровая. Наставим червячка и погоним. Такое хорошее место здесь, друзья. Вода теплая, прогретая. И рыбка должна клевать. Так, надо только найти, здесь деревца мешает немного. Вот так где-то нормально будет. Червячка подсадим. И в бой за рыбкой. Так, красный червь. Так вот, прямо такой пучочек сделаем небольшой и хвостик оставим. Так вот и второго все подсадим. Да, на улице тепло, уже комары появились даже. Должны что-нибудь поймать, здесь вот рыбка плещется, бывает, вон тоже надо. Так вот, глубина здесь, наверное, небольшая. Опа. Да, глубина сантиметров 40, 30. И карасик должен выходить с этого леса. И вот тут место такое, пространство хорошее. Должен поклевать у нас. Вот что-то когда поклевочка, друзья. Чуть плохо шевельнулся. Немного. Так, ох, сошло что-то. Что-то сошло. Да, аномальная прям жара у нас. Такого не было еще, чтобы такое тепло было. Сегодня термометр показывал 22-23 градуса. Вот еще поклевочка. Ага, ага, давай, давай. Так, 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 так. Так, друзья, поклевочка. Так, 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 повел. Ага. Есть. Есть. О. Вот этот карасик попался. Смотрите, какой хороший. Опа, удочка гнется у нас. Да-да-да, вот он, вот он, вот он. Есть. Попался карась. Вот это карась попался. Смотрите, какой здоровый. Карасишка попался. Мощный, прям большой. Вот такой красавец попался. Вот он. Ух. Глубина мелкая. И вот карасик выходит на теплую воду. И вот мы вычли вот такого красавца. Первый у нас карасик
в этом году. Так вот. Вода светлая здесь. Сейчас наберем водички. Так вот, все. Вот он, красавел у нас здесь. Есть, первая рыбка есть. Уже хорошо. Так, взял у нас он на нижний крючок. Червячка надо подменять. Подсадить, свежего червячка. И опять будет два, друзья, прям такое место. Хорошее нашли мы. Лесную дорогу и в лесном озере. Подсадим червячка. Так вот. Да, я ж не ожидал, что так будут клевать. Вот такая рыбеха и клюнул карасик. Опа-на. Баром потащил, как хорошо. Так, друзья, опять поклевочка. Так, 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 так вот повел. Ага, есть, есть. Вот этот карасик. Вот этот карасик попался. Вот это да. Опа, 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 на. Вот этот карасик, друзья. Так вот. Так вот, так вот. Вот этот красавец попался. Вот она. Наш карасишка. Опа, на. Смотрите, какой здоровый. Карасело. Крупняк такой попался, прям зачетный. Карасик такой, смотрите, ух, какой красавец. Опа-на. Вот это рыбалочка, друзья. Вот он. Красавел у нас. Сейчас отпускаем ведерочку его. Вот он. У нас уже два штуки в ведре. Такие прям хорошие карасики. Да. Клев хороший. Вот такое лесное озеро, и рыбка здесь есть. Прям повезло нам. Клев идет. Ветер сильно у нас, даже в этом затишке в лесу. И то ветер достает сюда. Мои друзья, вроде опять поклевочка какая-то. Поклевочка, поклевочка, вот, 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 ага, есть. Нифига, друзья, что там? Так, 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 леска тонкая у нас. Что там такое? Ох, вот это гигант какой попался. Блин. Так, 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 его аккуратно потащить сюда. Так. Вот этот карасик попался, гигант. Так, так, аккуратно, аккуратно его. Так, типа, думаю, сазан сначала, это карасик какой-то хороший попался. Опа-на. Вот это здоровый какой. Смотрите, какой большой карасило попался. Белый такой карасик. Опа-на. Вот это да. Вот это рыбалочка. Так вот, опа-на. Проглотил хорошо. Крючки маленькие, надо крючки менять, другие ставить. Карасел какой. Офигеть, смотрите, какой он большой. По локоть почти-то карась. Так. Вот он, не помещается ведро. Такой большой карасик. Офигеть. Вот это клев, друзья. Все, закидываемся опять. Чуточку не сломал.
Так, друзья, червячка прям еще пожирнее подсадим на карасик. Вот этот клюв. Ведь вода здесь прогретая, и рыбка идет сюда на теплую воду. И вот нам везет. Три хороших карася поймали. Опять поклевочка вроде бы. Чипок немного теребит его. Столько мусора здесь, баклажек, целая свалка. Так, друзья, поклевка вот повел. Ага, есть. Ох, как ведет. Ведет. Ох, она. Хороший. Так. Хороший карасик. Ох, тихо. Хорош попался. Смотрите, вот он. Красавец попался. Ух, какой карасик. Клев хороший, друзья, прям такие все карасики хорошие, крупные. Так, заглотил хорошо. Вот так, друзья, уже натаскали, смотрите, какие мощные карасики, прям крупненькие. 4 головы уже у нас наловили. Один прям вот вообще шикарный карась. Прям, можно сказать, такой здоровый. Главное, не упустить его туда. Хороший зарюха получился. Вот они, красавцы. Друзья, поклевочка вот повел. Ага. О! Опа, она. Ох, нифига себе. Вот этот карасик. Тихо. Тоже хороший. Так, аккуратненько сейчас вот потащим сюда. Да. Опа, нафиг. Тоже, смотри, какой красавец попался. Большой прям карасишка. Схватил. Зацепили за ветку здесь. Вот она. Лапоть какая большая. Офигеть, вот это клев. Опа. Опа-на. Вот она. Так. Такой красавец, прям беленький. Такая рыбюха. Так, друзья, сидим уже минут 15-20, там солнце уже садится, клёва пока больше нету. Вот такая рыбалочка. Все, друзья, собираемся домой, порыбачили от души. Вот так наловили. Вот таких карасей хороших натаскали. Прям раз, два. Вот это вообще прям гигант такой. Вот такая рыбалочка. Что, ставьте лайки. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Что, всем пока.